Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». 5000 элементов навигации дополнительно установили после запуска МЦД. Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, порядка 200 обновленных схем метро с диаметрами, дополнительные указатели на станциях Лобня, Рижская, а также карты со всеми путями на Савеловском вокзале появились по просьбам москвичей. Кроме того, пассажирам напоминают о том, что проход через турникеты МЦД в настоящий момент бесплатный. Для этого на эскалаторах метро звучат аудиосообщения, на входных турникетах станции появилось более 900 стикеров, а на станциях МЦД разместили около 100 информационных плакатов. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!